В Гагаузии начался сбор подписей в защиту парка отдыха и развлечений Гагаузия Лэнд. Об этом на брифинге в Кангазе на месте строительства Гагаузия Лэнд заявил общественный деятель Михаил Влах. Подчеркнул, что представители инициативной группы будут собирать подписи во всех городах и селах автономии, на каждой улице и в каждом доме. И я прошу всех поддержать нашу инициативу и поставить свои подписи. Ведь Гагаузия Лэнд строится для нашей автономии, для наших детей и внуков. Как я говорил ранее, это своего рода народная инспекция в защиту национального гагаузского парка Огузленд. По словам Михаила Влаха, центральные власти делают все, чтобы не допустить открытия Гагаузия Лэнд или как можно дольше затянуть строительство. Каждый день сюда приходят бесчисленные проверки. Полиция, налоговые службы, технадзор, инспекция труда и так далее. Заводятся уголовные дела на подрядчиков, запугиваются даже обычные поставщики камня, плитки и бетона. В чем их вина? В том, что они просто выполняют свои функциональные обязанности? В том, что они честным трудом кормят свои семьи и помогают развиваться Гагаузии? Отметим, что это не первая протестная акция в поддержку строительства парка развлечений в селе Кангаз. Ранее инспекция по защите окружающей среды приостановила строительство объекта, аргументировав решение отсутствием оценки воздействия на окружающую среду. Постановление было оспорено примарией села Кангаз в апелляционном суде. Позже местные власти автономии также заявили, что сразу три контролирующих органа попытались приостановить работу по строительству парка отдыха и развлечений в Кангазе. На объект явились технадзор, представители инспекции труда и налоговой службы, которые потребовали прекратить выполнение работ. После проверки документации, на основании которой работает подрядная организация, нарушений выявлено не было.